Хабаровская городская дума не поддержала изменения в бюджет Хабаровска на 2020 год. Вопросы по его отдельным пунктам возникли сегодня на заседании комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. Подробности далее. По предварительным подсчетам, в 2020 году доходы городского бюджета составят 16 миллиардов 553 миллиона рублей, расходы – 17 миллиардов 415 миллионов. Дефицит бюджета – 9,8%. По семи муниципальным программам поступления увеличится на 408 миллионов. Это сферы образования, физической культуры, развития дорожной сети и благоустройства, социальная поддержка граждан. По некоторым направлениям денег будет меньше. По 19 муниципальным программам ассигнования сокращаются на 95,5 миллионов рублей. В том числе по муниципальной программе повышения инвестиционной привлекательности городского округа город Хабаровск ассигнования уменьшаются на 1,4 миллиона рублей за счет экономии от размещения муниципального заказа на покрытие дефицита. Однако у городской думы возникли вопросы по благоустройству подъездных путей к космопорту, который строится на территории парка Гагарина. На эти цели департамент архитектуры, строительства и землепользования попросил дополнительно выделить 32 миллиона рублей. Если бы этого инвест-объекта не было, то эта дорога все равно бы была в проекте. Объект нужно заканчивать, объект нужно передавать, чтобы его могли содержать хотя бы в каком-то виде. В том виде благоустройства, которое мы предусматриваем. Поэтому мы перенесли эти деньги. Необходимая сумма была указана в контрактах, однако ее в прошлом году не учли при расчетах бюджета. При этом обязательства перед службой заказчика по документам уже существуют. Департамент архитектуры в ближайшие дни предоставит городской думе все доказательства и бумаги. Народные избранники заверили, после этого поправки в бюджет будут приняты. Анастасия Незнанова, Евгений Власов, «Смотри Хабаровск». Из года в год большую часть городского бюджета составляет социальная сфера, это образование и здравоохранение.